Бывший журналист «Пятого канала», а ныне начинающий оперный певец Антон Иванов просит поддержки карагандинцев. Сейчас идет интернет-голосование, победитель которого сможет бесплатно участвовать в серии мастер-классов у ведущих оперных театров России и США. Сейчас Антон на 4-м месте в голосовании. Сейчас Антону 25 лет, 4 из них он учится оперному пению. Сейчас в Москве поет в соборе святых Петра и Павла, берет уроки у преподавателей ГИТИСа, учит языки, снимается в кино. На учебу зарабатывает тем, что работает администратором гостиницы. В прошлом году Антон съездил в Италию, где 2 недели учился итальянскому оперному пению. Попасть туда ему помогло также интернет-голосование. Выиграть тогда помогли и карагандинцы. Со мной занимались очень продвинутые профессиональные коучи и педагоги. Это было очень здорово. Сейчас Антон Иванов стремится попасть на серию мастер-классов в Москве под названием «Американская оперная академия 2016». Они пройдут в конце января. На этих курсах будет одно бесплатное место, которое займет победитель интернет-голосования. Претендентов больше 15, поэтому Антон просит помощи у земляков. Я смогу поработать с профессиональным дирижером и с профессиональными коучами из Германии. Мы в рамках этого курса будем проходить как будто подготовку к спектаклю, к оперному спектаклю. Я еще не участвовал в подготовке к оперному спектаклю. То есть, ну, каждому оперному певцу это очень нужно. Сколько тебе не клялся, что не буду участвовать в интернет-голосовании, все равно принимаю участие и надеюсь победить. Чтобы поддержать Антона, нужно выполнить 3 действия. В соцсети ВКонтакте вступить в группу Russian Musicians Today – «Русские музыканты сегодня». Найти видео с Антоном Ивановым, поставить лайк и оставить комментарий под ним. По-другому голос не будет учтен. Подсчет голосов 20 января. Поэтому в группе надо оставаться хотя бы до 1 февраля. Людмила Батюшкина, Рустам Бараев, Владимир Иванюк, 5-й канал.